мои дети позырились об село. В январе, 7 января 2022 года. Младшая дочь Милихана Айкуркин, 4 годика, убили, расстреляли, военные. Старшая дочь Жанель получила 7 пулей в хранение. Помимо этого, старший сын тоже получил ранение. Мужчина, я так понимаю, что убит горем, еле разговаривает. Но что хочешь сказать, Путин подготовил себе две страны, соседа, чтобы молчали. Казахстан и Беларусь. Они же встали перед войной с Украиной. У них в 20-м, в 21-м, 22-м и в 20-м, 22-м, 20-м были волнения среди людей. И там, видите, расстреляли его обеих дочерей. 4-летнюю девочку расстреляли. 7-летней было 7 пулевых ранений, она погибла. И сына. Вот как вы держите Казахстан и Беларусь под ногтем. Вы стреляете в их детей. А потом идете убивать украинцев. Вы что думаете, казахи и белорусы будут вечно спать?